Тем временем японские ученые создали стекло, способное к самовосстановлению. Для этого нужно просто приложить осколки друг к другу. Всего за 6 часов вещество, состоящее из синтетических полимеров, возвращается в исходную форму. Разработчики надеются применить ноу-хау не только для смартфонов, но и в быту. Мы открыли его свойства к регенерации во время работы над новым видом клея. Если дисплей телефона разбит на мелкие осколки, то починить его уже невозможно. А вещи из такого материала легко восстанавливаются.